Всем привет, у нас в продаже появляется Nissan Qashqai 2022 года выпуска. Автомобиль у нас на бензиновом двигателе 2 литра, который дает 144 лошадиные силы. В автомобиле был всего лишь один владелец, родной пробег составляет 28 тысяч километров. Давайте заглянем в салон. Салон у нас в отличном состоянии, без грязи и потертости. Передний ряд сидений также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектации у нас входит все 4 электростеклоподъемника двери, электрорегулировка зеркал, центральный замок. Здесь у нас уровень яркости, отключение курсовой устойчивости, режим эко, обогрев рулевого колеса, мультируль для управления штатной мультимедиа, также бортовым компьютером на приборной панели. Также есть круиз, голосовая связь. Сама магнитола. Здесь у нас двухзонный климат-контроль. Также есть обогрев лобового стекла. Электрический ручник, USB, розетка 12 вольт и AUX. Здесь у нас управление полным приводом. Обогрев передних сидений. Также обогрев заднего сидения. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание вы можете найти в объявлении. Приобрести можно личный расчет по системе Трейдин или в Автокредит. А находимся по адресу Азина 83, салон Зипавто. Всех ждем!